Окей, воскрекен, друзья. Вышел трейлер сериала «Ген Ви» или «Поколение Ви» в контексте 2023 года. Согласен, звучит для нас странно, но это про другое. Это спин-офф сериала «Пацаны» про колледж, университет для подростков-супергероев. Сериал «Пацаны» я люблю всей душой. Комиксы по «Пацанам» я читал многократно и даже собрал на русском всю коллекцию. Давайте же посмотрим, что нам предлагают в этом спин-оффе, а потом мы это все безобразие обсудим. Погнали! Being a hero. It's not about glory. Так. It's about sacrifice. Да-да, конечно. Welcome to Godolkin University. We've trained the best and brightest young heroes since 1965. Godolkin is a safe space for you to thrive. Да-да, конечно. О, способности крови, это мы любим. Это сразу на нужный лад настраивает. Marie Moreau, you could be the first top-ranked freshman in history. I think you meant to say first black woman in the seven. Протагонистка у нас. You have a target on your back. Ну, как обычно. Two of us are going off campus. Let's have a good time. I'm sexy, I'm free, and I feel... Мне напоминает сериал Powers, что ли? I'm still drunk from last night. Perfect, just take a sip, say Turbo Rush cures hangovers. I wouldn't pour this on my dick if it cured cancer. There are dangerous, evil people. Ну как обычно, как обычно. О, мясо, ууу! Дэм. Пошла жуть. О да, детка, о да. I exploded his dick. Cock explosion. Вот пошло вот это то, что в пацанах мы любим. Freshman class and Savage is here. Да-да, братан. Ген Ви. Ну что я могу сказать, друзья? Это мясо. Это в духе сериала «Пацаны». Уф, старое, доброе, супергеройское, ультранасилие. Я честно скажу, что «Пацаны» мне нравятся как раз вот этим переосмыслением всей супергероики. И историей о том, что если бы все было бы в нашем мире, то всем бы опять бы рулили Big Corps. Это было бы все исключительно имиджевой историей. И там было бы такое количество говна и грязи спрятано за этими плащами и улыбками, что ни вовек не отмыться. Здесь нам покажут о том, как люди становятся, собственно, супергероями, как они приходят в этот статус, как их набирают в команды через специальные университеты. Протагонистка у нас темнокожая девушка, и мы уже видим то, что она так знает об эмансипации, о своем положении, потому что ей говорят, ты можешь стать первой супергеройской, типа, девушкой в этом университете, первой в рейтинге. Она говорит, вы хотели сказать первой черной супергероини в составе семерки. Кто не знает, семерка — это самая крупная супергеройская, самая важная супергеройская команда во вселенной пацанов. Это то, с кем, собственно, пацаны борются на протяжении нескольких сезонов сериала. И разумеется, это будет нифига не сериал о трудностях учебы в университете. Да, там будут какие-то, знаете, прикольчики на эту тему об университетской жизни, но, как мы увидели, кровь, кишки, насилие и, разумеется, предательство, и, разумеется, всякие секретные гадости. Все, что мы любим во вселенной пацанов, все будет. Amazon пока что не обломали меня с пацанами. Я прям очень кайфую от их экранизации, от их переосмысления комикса, потому что, давайте признаем, комикс все-таки уже устарел. Он до сих пор классный, он до сих пор прикольный, но он потерял дух времени немножко. Сериал же существует в нашем времени, он полностью этот Zeitgeist чувствует. И хочется верить, что этот спин-офф не разочарует. Прям вот. Разумеется, хочешь посмотреть на всякие бизарные способности, на всякое вот это вот
странное все, но мне понравилось это. Шутка про то, что... Кто не знает, у пацанов и у World Company, это компания, которая владеет супергеройской командой «Семерка», у них есть Twitter, Twitter-аккаунты, где они друг между другом как бы подстебываются и срутся. И в этом трейлере нам показали шутку, где главный герой говорит, что «я взорвала, типа, член этому типу». И ребята из аккаунта The Boys, они котвитнули эту сцену и такие, типа, «термит ходил там, чтобы ты могла бежать». То есть, ну, такое своеобразное наследование все-таки присутствует. Кайф, кайф. Я прям не разочарован этим трейлером. Ждем конца сентября и будем кайфовать, друзья. На этом все. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, лайки, комментарии, донаты. Вы все сами знаете. Адьос, друзья. До скорых встреч.